Здорово, ребята, с вами Спорт без причины, и вот и начался уже все-таки UFC 246, и мы, конечно же, решили заценить Тима Эллита против Оскара Оскарова, куда же без наших ребят. Если кто ищет трансляцию, здесь ее, конечно же, нет, покупайте Винк или ищите что-то более пиратское, а мы здесь просто обсуждаем бои. А спонсором данного канала является Марафон Бет, и если вы интересуетесь ставками на спорт, добро пожаловать к ним на сайт, конечно же, там часто появляются актуальные линии на ММА. Ребята, вы знали, что на канале «Спорт без причины» проходит конкурс? Каждые 2 месяца разыгрывается 10 тысяч рублей. Подробности этого конкурса будут где-то в середине или конце видоса. Советую посмотреть до конца. Многие знали, что и Тим, и Оскар все-таки более борцовые пацаны. И никто, наверное, не ожидал, что они будут практически все 3 раунда практиковаться в ударке. И хоть Тим, ожидалось, должен был более хорошо показывать себя в этой стезе, оказалось все совершенно по-другому. Это уже популярная тема, когда 2 борца решают, что зачем нам возиться, можно и, в общем-то, спину отдать или попасть на какую-нибудь удушалочку. Давай попрактикуемся в стойке. Но здесь оказалось, что Тим, что Оскар вообще очень нормально себя показывает в стоечке. Это вам не Бен Аскрен. А еще более удивило, что, вопреки всем ожиданиям, Оскар-то оказался в ударке даже лучше. Тим выбрал стратегию первого номера и просто пер на пролом, причем довольно-таки уныло. Никаких оттяжечек, никаких неожиданностей, просто улыбался и очень часто зазывал Оскара набить ему хлеборезку, при этом особо не уклоняясь. И Оскар это уверенно делал, и в первом раунде преимущественно Тим особо значимых ударов нанести не смог, а вот Оскар в какой-то момент ввел его в состояние гроги. И, к сожалению, не смог оформить добивание и хотел забрать у него шею. Этого, конечно, тоже не вышло, Тим вообще странно немножко себя ведет при получении в голову, и, возможно, это даже не было каким-то сильным гроги, потому что он, в принципе, все время так выглядел. В конечном итоге первый раунд, к сожалению, заранее не закончился, и Тим со временем все более и более набирал режим берсерка. Не в совсем в хорошем смысле этого слова. Тим максимально устраивал пруху на своего оппонента, и практически никогда это ничем хорошим не заканчивалось. Видимо, тренера не совсем любят Тима и советуют ему принимать все время в голову. И вообще говорят, что он великолепный ударник. Потому что у Тима реально хорошо получалось, просто-таки великолепно. Особенно во втором раунде это тейкдауны. Наикрасивейшие переводы. И второй раунд больше был проведен в партере. И Тим здесь часто забирал сайд-контроль и пытался атаковать. Но ничего, конечно же, не получалось. Никто, к сожалению, из оппонентов не смог ничего провернуть. Но это не какое-то пассивное залеживание. Это реально интересный партер. Просто, к сожалению, ни до чего не доведенный. После такого количества перевода, видимо, Оскар уже понял, что сближаться с оппонентом лучше не стоит. И здесь начался велосипед. Не сказал бы, что кошмарный, но Оскар очень часто пытался уйти от лобового столкновения и, возможно, удачного тейкдауна. А вот Тим весь 3-й раунд, видимо, предлагал зарубиться. Было ли это его основной целью, я не знаю, но он постоянно просто шел вперед, как пуленепробиваемый. В конечном итоге, весь 3-й раунд это Тим, который в конечном итоге получает джебы в свою балду и улыбается. Еще также порадовали серии ударов по корпусу от Тима, которые, мне кажется, особого урона не наносили. А вот и условия конкурса, они просты как никогда. Нужно подписаться на канал, оставить комментарий под видео и поставить лайк. И через 2 месяца я определю победителя среди всех видео, которые вы прокомментировали, и отдам ему 10 тысяч рублей. Так что давайте оставаться на этом канале, смотреть видосы и подписываться. А мы продолжаем. Итог, конечно же, очевидный, Тим проигрывает по очкам, а Оскар Оскаров просто великолепно выполнил все, видимо, установки тренеров. Это был очень зрелищный бой, всем советую для просмотра. Хоть Тим странно себя вел и, возможно, не совсем выполнял геймплан, но оба бойца хорошо себя показывали, просто один из них явно не хладнокровный, и мы не про Оскара. А с вами был Спорт без причины, подписывайтесь на Кайныч, ждем вас в ближайшее время. We'll be right back.